большом счету очень мало пространства в этом городе, которое, в принципе, кто-то, жители этого города может не просто ходить на спектакль, а быть частью этого цепи, которая объединяет просто с настоящим и будущим. С таким вкусом, с таким местом расположения, она может стать уникальна для продвижения и прогрессивных искусств, и синтетических искусств, потому что это и галереи, это и концертный зал, это и кинотеатр, это и театр. Для ритуального театра, для постановочный концерт. То есть концерт не просто люди сидят и играют, а если двигаются, люди танцуют кругом. Поэтому этот зал приходит сейчас совместить то, что здесь можно довольно большие проекты делать, а можно и очень каменные проекты, потому что сочетает в атмосфере эти вещи. Поэтому я очень рад, что такой вот случается здесь, и я буду самый счастливый посетитель мероприятия здесь. Oh!